Всем привет! Сегодня хочу поделиться полезной новостью для столяров. Кто может не знает еще. Такой вот кондуктор купил для отверстия сверлить под шканты. Тут нарисовано, что он может, какие соединения, что он не может. Вот такая вот обложка у него, что меня поразило, гарантия 10 лет на него. Столько не живут, блин. Немецкий это фирма Wolfcraft. Что интересно, сделан более-менее дюраль такая. Литое все, покрытое еще краской. Тут подкаленные втулки стоят, 8, 10, 6 миллиметров можно тюбели засверливать. Инструкция, как обычно, все есть по-немецки, по-русски ничего нету. На бангладешском опять же вон. Короче, это нам, наверное, не пригодится. Так, ну напилил я тут пару огрызков. Самому интересно испытать его. Тут еще пару дюпелей они дали. Единственный, первый уже косяк. Вот эта втулка, она толком не держится. Ну, посмотрим, сейчас попробуем, как оно будет. Так, вроде все просто. Это все снимается, убирается. Ну, сейчас покажу пару соединений. Ссылку я не буду оставлять на него. Он есть в AliExpress тоже похожий, подобный. Но там почему-то дороже. Этот стоит 24 евро. А там начинается от 40 и пошли наверх там они. Ну там и покруче есть всякие разные. Ну сейчас поглядим, что он может.
Так, ну вот это первое. Нормально. Тут отверстие. Сейчас покажу. Вот так на толстой фанере. Не фанере этой. ДСП, ДЛП там без разницы. Они смещенные. Но тут написано до 30 миллиметров. От 12 до 30 миллиметров можно делать это все. Но это в принципе на углы без разницы, где она торчит. Можно перевернуть, так наоборот сделать это все. Ну а так совпадает. Все нормально. Так что уже прикольно. Так. Ну, сейчас второе будем пробовать. Так, ну вот, вторая возможность его, естественно, без разметки все так. Доска тоже не первой ровности. Но это все так пойдет. Так, ну с этим получилась фигня, короче, не держит он. Надо порыться, где-то у меня есть такие, покруче немного. Так, ну что еще тут было у него? Сейчас настрою. Покажу еще одно соединение и будем заканчивать, а то длинно получится. Это для стыковки. Можно клеить потом. Разваливается весь, блин. Ну тут, естественно, когда не снимать ничего не надо, разметка вся ерунда будет. Сейчас просто время отнимать неохота у вас много.
Ну и вот еще одно. Так что машина эта работает. Мне только одно интересно. Как это все продумано. Потому что на 10 отверстия, оно от низу вон получается совсем чуть-чуть как-то. Не знаю. Но это все проверим потом временем. А так вроде машинка ничего, нормальная. Разметки мало. Здесь тоже вот есть риска. То есть если полку так ставить, центр отмечаешь и все по ней выставляешь. Это естественно там с угольником, со всей ерундой. Это я сейчас показываю так. Ну штука полезная, мне уже понравилась. С этой вот всегда морока. То сверло уйдет, то еще что-нибудь. А здесь ровно все нормально. Так что мотайте на ус, покупайте. Ищите, где дешевле. И... аж уронился, блин. Короче, ищите, где дешевле. Не хватайте самый первый попавшийся. Но если такой найдете, можно брать его смело. Кроме вот этой вот приблуды. Но она похабно сделана, естественно. Что-нибудь да насолят. Но это не суть. Тут можно и изолентой сверло обмотать, да куда сверлить. Ничего страшного. Вот такой вот видосик. Полезный, надеюсь, многим. Я сам это нечаянно увидел. Уже не помню даже на чьем канале. И мне это в голову запало. Искал долго, правда, но нарыл. Потому что с русского на немецкий это надо перевести. У них вообще названия все другие. Он тут не кондуктор, а вообще другое. Так что всем пока. Всем удачи. Пробуйте. Покупайте. Это не реклама, это просто полезная для вас информация. Там уж решайте сами, кому надо, берите.